Всем привет! Здравствуйте! Начинаем народную программу «Хочу в телевизор». Народная она, потому что главные герои передачи – вы, уважаемые зрители, жители нашего города и района. И сегодня в выпуске будут звучать душевные и пламенные приветы. Я передаю привет своим дорогим подругам. Как зовут? Альбина Васильевна. Я Альбина Васильевна, а подруг Рая, Валя, Наташа и многие другие. Всем привет. Привет всем. Всем привет. Хочу передать привет всем своим друзьям, маме, папе, одноклассникам в 4-й гимназии. А учительнице привет будешь передавать? Марина Владимировна, привет. Здравствуйте. Передаю привет Алине Власенко, Алиле Бондаренко, Марии Терешенковой и Марии Стыровой и своим любимым родителям. Привет. Привет. Чемаковым Владимиром Алексеевичем привет передаю, Ирине Юрьевне, ну и Гале соседке, Ване соседке. Живем мы на Красногорском шоссе. Всем привет. Всем большой привет. Анне Николаевне Снохе и внучатам своим Андрею, Мише и Никите. Сыну передаю привет, который живет в Москве. Вот, Андрею Алексеевичу. Привет, Андрей. Я передаю привет своей подруге Ксюше, и своей подруге Веронике, и своему другу Кириллу, и всем-всем моим друзьям. Передаем привет всем знакомым, родным. Очень хорошая погода, нам очень хорошо и радостно. Передаю всем привет всем друзьям, всем, с кем я работаю, девушке своей, мамке своей, родителям. Привет, привет, я посылаю тебе привет. Вы смотрите «Хочу в телевизор». И сейчас я передаю слово нашим юным телезрителям. Узнаем, кому же школьники передают привет. Я бы хотела передать привет однокласснице Даше Мальцевой. Она моя лучшая подруга. И мне жаль, то, что мы расходимся в разные классы. Я прихожу в 5-й класс. Но я думаю, мы будем встречаться на переменах. Я хочу передать привет своим родителям, близким и своим самым лучшим друзьям. Хочу им пожелать, чтобы у них все было хорошо, друзья, чтобы слушали своих родителей и остальным всем, чтобы они никогда не болели. Ну, я бы хотела передать привет своей подружке Ульяне из лагеря. Я хотела бы передать привет маме и всем своим родным. Я желаю им счастья и здоровья. Сегодня я хочу передать тогда привет всем своим близким, друзьям, потому что соседям не знаю кому, маме, папе, там, дедушке, бабушке, Владу хочу, это мой лучший друг, ну и всем остальным, так вот. Ну я хочу пожелать всего хорошего моей маме, моим друзьям, если... Конечно, этот канал смотрят мои одноклассники. Я им тоже хочу передать привет и желаю всего самого наилучшего. Привет, привет, как ваши дела? Привет, мой друг, мы играем всегда. Привет и вам, мы рады здесь быть. Привет, привет, давайте дружить. Продолжаем. И сейчас на экранах ваших телевизоров появятся экраны телефонов. Наша рубрика «Мобильный привет». Эй, привет. Ай, мистер Уэлл.
Я еще раз привет. Здравствуйте, я Алексей Лагутин. Приветствую вас, уважаемые земляки. Знаю, что многие из вас очень хотят попасть в телевизор. Как это сделать? Очень просто. Возьмите свой мобильный телефон и снимите небольшое видео, как это сделали уже многие жители нашего города и района. В ролике вы сможете передать приветы своим одноклассникам, сослуживцам, однокурсникам и коллегам по работе, и, конечно, всем своим друзьям. А далее заходите в Инстаграм, подписывайтесь на нашу группу Один ТВ. Также свои ролики вы можете присылать по электронной почте murzavetsky@mail.ru и выкладывайте свой ролик с хэштегом «Хочу в телевизор». Ну а дальше все очень просто. Каждый вторник включайте канал ОТВ и смотрите программу «Хочу в телевизор». А прямо сейчас мы вновь выходим на улицы города, где наши земляки передают приветы. Кому? Узнаем прямо сейчас. Ну, всем знакомым передаю привет. Кому? Кому? Друзьям. Те, кто проголосовали от души. Передаю привет Настиной Ольге, Людмиле. Фамилию забыла, ну, бывает. Ну и вообще всем, кто меня знает. И всем желаю хорошей весны. Рада, что у нас такие выборы прошли. Очень здорово, всех поздравляю. И Владимира Владимировича Путина поздравляю. И всем привет. Передаю привет Владимиру Владимировичу. Желаю ему успехов в работе. Чтобы он всегда был здоров. Ну и поддерживал наш народ всегда. Чтобы был народ всегда был за него, и он и есть за него. И дальше тогда, я думаю, и будет. Передаю привет Владимиру Владимировичу. Я горжусь, что у нас сейчас такой президент, что у нас такая армия, и что мы наконец-то встали с колен. Нам теперь не стыдно ехать ни в какие страны. Если раньше люди стеснялись, и военные, у меня у самой был военный знакомый, он стеснялся носить военную форму, а теперь он гордится. Вот какая стала у нас армия, вот как мы живем. И почти у каждого дома сейчас стали стоять машины. Люди имеют возможность съездить, отдохнуть. А то ведь одно время вообще было все прекращено. Привет. Так что привет Путину, мы очень рады, мы гордимся нашим президентом. Передаю привет Владимиру Владимировичу, очень на вас надеемся. Желаем ему на эти 6 лет хорошего управления, чтобы у нас хоть что-то улучшилось. Вообще-то у нас так сейчас неплохо, конечно. Ему досталось государство практически разваленное, но сейчас мы более-менее живем, слава богу. Я передаю привет Владимиру Владимировичу и желаю здоровья, долголетия и успехов в карьере. Владимир Владимирович, я передаю вам привет, успехов вам дальнейших в работе и, самое главное, здоровья. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! Россия! 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 Спасибо! Всем своим друзьям огромный-огромный привет! И лично своему мужу, дочке и маме. Жене, детям, внукам. Всем, кого я знаю, всем большой привет. Мы передаем привет и поздравляем нашу самую лучшую и прекрасную, замечательную подругу с ее днем рождения. Желаем ей оставаться такой же прекрасной, позитивной, креативной и необычной. Спасибо. Ну а именинница, что, кому привет передашь? Всем? Привет в семье, пожалуй, и друзьям. Вот в Москве, Одинцово, и, не знаю, просто всем привет. Привет! Я даже не скучаю, привет! Тебя не замечаю, магнит болит. Да просто умираю, привет! Артисты эстрады разных поколений приезжают к нам в гости на канал ОТВ. И всем одинцовцам передают свои звездные приветы. Всем здравствуйте, жители
Одинцова. Здравствуйте, дорогие жители города Одинцова. С совершенно большим обожанием населения женского пола. Здравствуйте. Здравствуйте, и рада всех вас видеть. Здесь очень много моих знакомых живет. Вот, они все приходят сюда, и поэтому такой домашний концерт получается. Здравствуйте, все телезрители Одинцова и всех его окрестностей. Что касается Одинцова, то я люблю очень Подмосковье. Я хочу, чтобы все жители Одинцова и одинцовских окрестностей узнали, что окна надо иногда мыть. Здравствуйте, одинцовцы. Я очень рада. Тоже первый раз вообще у вас. Мне уже нравится. Очень красивый у вас город. Мы первый раз в нем. Надеемся, что еще побываем здесь. Живу здесь 10 лет, соседствую. Получаю земляк. Удовольствие. Да, земляк. Жители города и района, попав в объектив телекамер нашего канала, пользуясь случаем, передают приветы своим любимым артистам. Как говорится, Алла Верды. Передаю привет Надежде Кадышевой. И хоть что, приехала к нам в Одинцово. Показала свой концерт. А за что любите? Ну, за народы и песни, как же. Передаю привет, Нюша. Нюша, привет. Желаю тебе творческих успехов, всего самого хорошего. Ты прикольная, на самом деле. Я передаю привет любимому певцу, земляку, хорошему человеку Сосу Павлешину. Я передаю привет Стасу Михайлову, самый любимый певец. А какая любимая песня? Все песни. Привет передаю Марине Хлебниковой. Мне очень нравится ее творчество. Я передаю большой привет всем артистам советской, российской эстрады. Все замечательно поют, всех их очень люблю и уважаю. Хочу приветствовать всех жителей города Одинцова. У меня здесь есть друзья. Да, об этом в городе я знаю не понаслышке. Здравствуйте, дорогие жители города Одинцова. Мы думали с моим директором, что Одинцово – это на краю света, оказалось гораздо ближе. Приветствую всех одинцовцев. Вот я один из братьев Гримм, один из лидеров, скажем так. Здравствуйте, жители Одинцова. Скажите, что это все растет в Одинцово. Это у нас же самый экологически чистый одинцовский район. Вы являетесь эксклюзивными потребителями одинцовского телевидения, то вы даже не понимаете, насколько вы счастливы. Очень люблю город Одинцово, часто здесь бываю. Жители города Одинцова, я безумно приятна сегодня быть у вас в гостях. У меня с Одинцовым много связей. Здесь у меня много товарищей, которые у меня работали. Жителям города Одинцова желаем всего самого наилучшего. Счастья, любви, крепкого здоровья, мира. На самом деле хороший город, приятный. И дай бог вам всего самого наилучшего. Привет, Одинцово. Здравствуйте. Здравствуйте, жители Одинцова. Желать одинцовцам, это значит пожелать своим друзьям, потому что здесь живут наши друзья. А я пользуюсь случаем на одинцовском телевидении. Всем счастья, любви и добра желаю. Передаю привет Денису Майданову. Пойте больше, будем слушать. Передаю привет Светлане Лободе. Желаю ей всяческих успехов творческих и счастья в личной жизни. Ну, привет Лепсу. Ну, нормально. Что любите его? Ну, хорошие песни у него. Нормально такие. Я передаю привет Александру Серову. Очень люблю его песни, его люблю. Как он исполняет, как ведет себя на сцене. Очень даже. Ну, у меня много есть. Мне Пугачева очень нравится. Это наша... как бы звезда. Ей тоже привет. Ей тоже большой привет. Самое главное, ей здоровье и долгих ей лет жизни. Я передаю привет певице Бьянке. Здравствуйте всем, дорогие жители Одинцова. Хочу поприветствовать всех телезрителей города Одинцова. Я обожаю этот город. Дорогие друзья, дорогие жители Одинцова, всем привет. Я теперь знаю, где находится город Одинцова. И, в общем, мне здесь очень понравилось. Здравствуйте все жители, слушатели и зрители Одинцова. Привет, ребяточки. Привет, Одинцова. Я очень рад быть здесь. Здравствуй, город Одинцова. Прекрасные, солнечные, радостные жители. И пусть никто и ничто не омрачит вам радужное настроение. Вы смотрите народную программу «Хочу в телевизор». Вновь выходим на улицы города, где наши камеры радостно встречают люди, готовые поделиться своим хорошим настроением и передать душевные приветы. Хочу передать привет моей маме, которая сейчас, наверное, смотрит телевизор, подружке, которая сейчас, наверное, дома, я ее жду. Ну и все. И одноклассникам своим. Кому? Моей лучшей подруге Соне, Милене и Маше. Моим братьям Лисовскому Владимиру Адольфовичу и Лисовскому Анатолию Адольфовичу.
Игорцулюку Владимиру Николаевичу. Здоровья, счастья и удачи. У меня брат служит в армии, передаю ему привет и всем его сослуживцам. Привет, армейка, я солдат. Солдат, а счастье, кусочек масла и батон. Вот это счастье, тут, брат, свои законы власти. Модель проста, читай, не понял, мальчик. Считаю, стал. Привет, армейка, я солдат. Солдат, а счастье, кусочек масла и батон. Вот это счастье, тут, брат, свои законы власти. Модель проста, читай, не понял, мальчик. Читай, устал. Всем привет, родителям, друзьям. Всему Одинцову привет. Я всем одноклассникам своим передаю привет. И своей учительнице. И всем учителям. Вере Алексеевне и Ксении Михайловне. Лицей номер 6. Я передаю привет своей учительнице Татьяне Тимировне. Здравствуйте. Я передаю привет своим учительнице и однокласснице. Мартышка, удав просил передать тебе привет. Ну, спасибо. Пожалуйста. Давай. Что давать? Привет. Могу передать привет своей работе и папе, и мачехе. Все. Я присоединюсь, мы рядом работаем просто, почти в одном месте, можно сказать. Всем привет. Я передаю привет, не знаю, Федоровой, Ольге, подруге своей. Ну, в принципе, маме, папе, малышу своему Матвейке. Вот. День сегодня чудесный, солнышко. Всем привет. Привет, привет. Пока-пока. Я очень буду ждать звонка. А ты пока забудь меня слегка. Привет, привет. Пока-пока. Пока-пока. На сегодня все. Следующая наша встреча через неделю. Увидимся в телевизоре. Как это странно всегда. Вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда. Мечтаем, как дети, о чуде.